Неуютный вагончик. Да ладно, он размяк. Бля, на цепь воняет, нахуй. Пиздец. Вот, кстати, вот сейчас вот тут уютно, бля. О. Ты крышку, короче, держи, бля, а то она закрывается. Да я в курсе, подай тебе её. Съёмка пошла? Машин нет? Нет. Поехали. Юр, на 60 аварийку не забывай. Да, да, да. Сейчас, подожди. На 180. Сейчас, Юр, подожди. О, как-нибудь так, бля. Снимай, бля. Ну, с Богом, ёпта. Это мы так катаемся на баннерах, короче, предыстория. Давай, я сейчас трос заберу. Давай. Давай, пробуй. Давай, да. Потихонечку. Стой, стой, стой. Вот тросик наш. Где там Тоха? Ай, вон да! Он. Сука! Ой, бля. Вот это самый зачет, я вам отвечаю. По одному проедьте что-нибудь. Я уже все, я вам. Все, я. Что у тебя видно было, сколько воды? Нормально, ёп. Да, все такие. Ой, бля. Трамвир уже высох. Я тоже высох. Я заебался, блядь. Вот момент вот этот, когда отпускаешь трос, блядь, ты вот летишь вот со скоростью 60, понимаешь, там, 80. Блядь, сука, вот этот... 88. Да ладно, что, серьезно? Ты что, сейчас свист такой стоял, заживется в багажник, да? И меня вот сюда начало сносить, я его рот ебал, я думал, пиздец, мне, короче, сюда улечу. Нихуя, нормально удержался. Ну ладно, на этом наш заканчивается. Ты поедешь? Один? Конечно, попробуй, блядь. Ну что, давай попробуем. Давай. Что теряться? На, только снимай. Давай, вырубай. Руки суши. А, вырубай его. На паузу, да?